Да, пошли. Да. Куда пойдем? Да. Куда пойдем? Да. К окошку пойдем? Учиться ходить, пусть и в малоудобном устройстве, Матвей Богданов готов часами. Мальчик радуется каждому новому шагу и обижается на маму, если тренировку приходится останавливать. Скоро Матвею исполнится 3 года. Он пока не умеет ни сидеть, ни даже ползать. Виной всему детский церебральный паралич и высокий тонус мышц. Диагноз поставили малышу уже в год. Кроме этого, у Матвея задержка психоречивого развития и частичная атрофия зрительного нерва. Малыш плохо видит, но врачи обещают, что со временем зрение восстановится. Ну, конечно, мы не опустили руки, мы реабилитируем, мы занимаемся постоянно, мы катаемся на лошадях, у нас индивидуальный ОФК, кондуктивно, мы ходим в бассейн, к вам приезжают специалисты в город, как сейчас будет нейропсихолог приезжает, нам как реабилитологи приезжают. Дома занятия расписаны по минутам. Вопреки диагнозам, Матвей развивается, начинает говорить, выбирает, что есть, во что играть, и уже проявляет характер. Он очень терпеливый, он старается, он пытается делать. Ну, конечно, капризничает, ему это очень тяжело дается все. Ну, Матюш, ну, Матвей, застеснялся. Осенью прошлого года мальчик прошел курс лечения в Московском институте медицинских технологий, оплатить который помог Русфонд. Матвей мужественно выдержал болезненную процедуру, во время которой все его тело обкалывали иглами. Результаты терапии заметны, но пока мальчик не встает на ноги, ее необходимо повторять раз в год. Очередной курс стоит около 200 тысяч рублей. Для нас это очень много. И все деньги, которые есть, семейный бюджет, это Матвей пенсия, она в основном вся уходит на Матвея. Потому что сейчас специалисты очень дорого. Если вы хотите принять участие в судьбе Матвея, отправляйте смс со словом «дети» на короткий номер 5541. 75 рублей с вашего телефона поступят на счет подопечных Русфонда, тяжело больных малышей Самарской области. Информацию о том, как помочь адресно, можно получить на сайтах rusfond.ru/samara и телерадиокомпании Терра, trktera.ru, а также по телефону, указанному на экране.